Так, это уже что-то тематическое для Пасхи. Вот, шоколадные яйца, 200 грамм. Сейчас посмотрим стоимость. Жевательный зефир по 79 рублей за 100 грамм. Смотрите, это уже тематика для Пасхи. Тут маленькие птенчики. Вот они. 100 грамм. И вот такие вот шоколадные яйца. Но цену пока я не вижу на них. Вот оно. 199 рублей, 200 грамм. Также новинка за 99 рублей, безалкогольный напиток с какими-то зайцами. Лук жареный 69 рублей, 100 грамм. Вот он такой там. И горчичка, кетчуп томатный. Затем соус с лимоном и укропом 149 рублей. Ну, это для красной рыбки. Он уже там жидкий, просто в специальном пакете. Его не надо разводить, он уже готов. Горчица. Соус горчичный с хреном. И с укропом. Появилось новое суфле в шоколаде. 180 грамм, 169 рублей. Посмотрите, какая вкуснятина. Но ничего там не видно больше. И опять покажу вкусности булочки с корицей. Замороженная смесь для пирога 299 рублей. Булочки с корицей 169. И вот такая вкуснятина. Сливочные пирожные с марципаном 349 рублей. Посмотрите. О-о-о. И вот такой торт черничный за 349 рублей. Он замороженный, без глютена, очень вкусный. Блюбери кейк. Постельное белье под одеяльник, одна наволочка за 600 рублей. Вот такие тут цветочки. Ничего особенного, но весенняя расцветка, тюльпанчики. Такие весенние-летние уже краски. Тобиас стульчик прозрачность, что это сейчас очень модно, 4799. Он коричневый матовый, такой коричневый дымчатый цвет. Металлическая изогнутая рама. Вот они тут лежат в разобранном состоянии с крепежом. Колокольчик 269 рублей. Очень ароматный. И много-много-много тут их. Также каланхоэ 199 рублей. Очень хорошего качества цветы. Все свежие, цветущие. Просто великолепные. Гиндрангея 700 рублей. Лимонные, посмотрите, какие деревья. Кусты. Смотрите, лимоны какие огромные. Цитрус лимон 2500. Вот вас ждет прямо в тележечке. Тут стоит готовый. На готове. Цитрус мандарин лимон 1300. Ну и всякие вот такие зелененькие за 700. Кипарис. Вот она драцена. Вот оно, деревце такое у вас будет в колбочке. Всего лишь 89. Целый лес. Посмотрите, бамбуковый лес.
Глиняные горшочки 299. Вот они с поддончиками. Можно беленькие. С листочками. И вот такие кружевные. Кружевные. А еще есть вот такие с птичками. Смотрите, какие великолепные. Все это глина, керамика. А вот какие кружевные. Как будто бы вязаный такой рисунок. Вот, поближе покажу. И вот такой высокий для... так, 199 рублей. Для орхидей. Обычно вот такие высокие хорошо смотрятся. Вот эти по 199. И вот они с птичками 349. А вот какой интересный. 399. Вот пластиковые простенькие, но очень хорошо выглядящие. Есть и в горошек 229, и черные кашпо. Вот, смотрите, какой стильный. Это тоже керамика. 450 рублей. Есть и беленький такой. И смотрите, даже плетеный. Это из какого-то болотного цветка. Сушат стебли и плетут. Вот он, сейчас мы посмотрим. Так, где он тут? Вот, изготовлено искусным мастером водный гиацинт. Это водный гиацинт, точно, из водного гиацинта. И смотрите, можно еще так подвешивать красиво. Там на балконе, например, 449. Кашпо, 129 рублей. Фейка, искусственное растение в горшочке 229 рублей. Посмотрите, оно сделано из ткани, оно как настоящее. И беленькие есть нежные. А смотрите, какой дикий лук. Просто прелесть. Ароматические свечи появились новые. Аромат жасмина и роз. Напоминающий о летнем дне на морском берегу. 349 рублей. Вот они. И розовые садовые плоды. Красный цвет. Ой, как вкусно. Пахнет фруктами. Смотрите, на белом подсвечнике, как красиво. Ящик с отделениями. Вот такой, 349 для носков, ремней, украшений. Тут у него петелечка, можно выдвигать. Вот, а также есть вот такие наборчики. Вот такие ящики. Очень удобные ручки. Есть такие еще и черные. Вот он глубокий, вместительный. В комплекте 3 штучки. 1300 комплект. Такие саше появились. Посмотрите, яблочный запах у них. По 79. Есть еще вот такие. Цитрусовые. И вот-вот-вот сколько много всевозможных ящичков. Ящичков, коробочек. И для обуви с прозрачными клапанами. Смотрите, как удобно. Все на липучках. Кладете туда по обуви, вам видно, вот что там лежит. Не нужно каждый раз коробку открывать. 999 рублей. Вот модуль, 7 отделений. А такой ящичек, коробочка. Так, 700 за 4 штуки. Приблизительно каждая по 200 рублей. Есть еще полосатики вот такие. Вот.